Мяч, челленджи, тайм-аут. Вы пытались как-то хотя бы выиграть родину, но не получилось. Почему? Хуже сыграли, видимо, или хуже трактовались некоторые эпизоды, не в нашу пользу. Я не знаю, просто понятное дело, если ты на голову сильнее, ты в любом случае выигрываешь. Но когда у тебя идет игра, у тебя все хорошо, вы играете, и просто судья очевидные вещи переворачивает в ту трактовку, которая не существует в футболе, это полный бред. Вообще не хочется в этом дерьме принимать участие. Я чувствую капитальную несправедливость, мне это не нравится максимально. Я уверен, что после матча, я не знаю, задолбался постоянно про судей говорить, но они ключевую роль играют. И он, блин, довольный, ходит, улыбается. Ему вообще без разницы. Конечно, он сейчас поедет спокойно домой. Он не проиграл. Он при любом результате не проиграет. Проигрывает одна из команд, против которой он судит. А ты не заметил такое, то, что когда вы проигрываете, ты недоволен судейством? А когда вы выигрываете, все нормально. Логично. Когда я выигрываю, мне без разницы. Пусть хоть судья там команде соперников 500 красных карточек несправедливо. Мне без разницы на другую команду. Я только про свою думаю. Я недоволен, когда судят против моих. А, мне кажется, зашкаливают просто эмоции. Вам этого не мешает? Нормально. Нормально? Спасибо, Райзен. Благодарю. Спасибо.